Всем привет! Сегодня хочу показать очередную посылочку, которую я получила пару дней назад. Как я уже говорила, эти пару посылочек будет открытых по техническим причинам. Просто я хочу вам показать, что я заказывала в Китае, какой товар. В этой посылочке идет толстовочка, женская толстовочка, зимняя. Ну, для Китая это она зимняя, для нас она... Я бы не сказала, что такая зимняя, но может на пару градусов мороза ее хватит. Там тут есть мех, но я сейчас все покажу. Толстовочка идет размер, 4XL. Эта толстовочка именно этой фасон, 4XL, это идет самый-самый большой размер, который я могла найти в Китае. Там особенно вот эти толстовочки, этот фасон идет меньшие размеры, но у одного продавца я нашла большой размер. Как ни странно, размеры у него все совпали. Как было написано, какой размер, какие параметры, так она и совпала. Так, сейчас я вам покажу саму толстовочку. Так, вот такая толстовочка. Толстовочка, как видите, темно-серого цвета. Вот такая. На замочке. Спереди идут два таких вот, покажу, вот таких два кармашка. Вот такие. Ну, кармашки, конечно, не очень глубокие. Украшенные пуговичками. В кармашках даже есть какой-то флисик. Сама толстовочка идет на меху. Вот такой капюшончик. В капюшоне идет мех. Мех, ну, такой достаточно плотный, достаточно такой мех добротный. Так, сейчас открою, покажу, что там у нас в серединке. Так. Вот в серединке у нас тоже идет вот такой. На спинке идет у нас мех. Спереди идет мех. В передней части вот такой мех. Так. Но зато у нас в рукавах, как в всех толстовках, это очень редко, где в рукавах идет мех. В этой толстовке не исключение. В этой толстовке идет в рукавах не мех, а идет синтепон. Если вы видите, вот идет ткань и слой синтепона. Конечно, рукава тут не очень теплые. Было бы неплохо мех. Я не знаю, почему не делают мех тоже в рукавах. Очень мало идут фасонов толстовок, в которых тоже идет мех в рукавах. Если просто флисовые толстовочки, то флис идет в рукавах. А если мех, то мех не идет. Так, толстовочка идет, как ни странно, с биркой. Вот такая еще какая-то красивая бирочка. Потому что большинство одежды, которая идет из Китая, идет без каких-то без бирок, без всего. Тут даже бирка, вот даже на бирке написано, что это размер 4XL. Даже вот тут идет еще какая-то бирочка. Лишь на китайском. Да, на китайском, не на английском. Тут тоже идет на китайском. Так что вот такая толстовочка. Толстовочка, как я говорила, по размеру совпадает с продавца. Толстовочка очень добротная, хорошо пошита, запаха нет, ниточки ни одной нету, нигде не нашла. Вот такой еще покажу в рукавах, вот такой слой синтепона. Сзади, ну, как обычная толстовочка. Так что я думаю, это будет, ну, я думаю, девчонкам такие толстовочки понравятся, они очень удобные, легко ходить, к джинсам где-то. Бегать даже на учебу, на вот это очень-очень-очень даже прилично. И стоят они, я бы не сказала, так дорого. Но у нас, как я говорю, намного дороже вот эти вещи. Так что такие вещи можно покупать у нас. Не бояться покупать. Ссылочка на товар, если я найду, потому что когда я уже через пару дней смотрела, у продавца уже товар был, ну, уже закончился. Если товар появится у этого продавца, то я ставлю ссылочку, потому что товар мне очень понравился, размеры совпадали, и пошито очень так добротно, нигде ни криво, ни ниток, ни ничего. Так что в конце, если я найду, я поставлю фотку, и в конце под видео будет ссылка на этого продавца. Если найду на этого, то найду еще у другого, тоже постараюсь найти, ну, для наших девчонок, побольше размер. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.